вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать прикольные маски в Снапчате. Лучше посмотрите мой пример. Перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для этого видео нам понадобится приложение Snapchat и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Эта программа есть как на Android, так и на iPhone. Ну что, поехали! Нажмем на смайлик, еще раз на смайлики, и вот здесь у нас очень много эффектов, и можно найти вот этот вот эффект с такими глазами. Вот он называется Amazon. Нажимаем на него. И все, мы можем снимать видео. А так, чтобы снимать видео без рук, мы зажимаем. И у нас здесь замочек. Мы отодвигаем наш палец на замочек. Немного задерживаем и отпускаем. Вот и все, мы можем снимать без рук. Теперь снимаем. Слушай, я 2 недели дома сидела. И знаешь что? Я гулять хочу! А теперь стопаемся. Теперь можно нажать на звук. Замочек. Мы отодвигаем наш палец на замочек. Теперь можно изменить звук в нашем видео. Нажимаем на звук. И немного обрезать наше видео. Вот так. Нажимаем на него, задерживаем. И теперь можно обрезать. Вот так. Обрежем там, где я выключаю. Вот так. Слушай, я 2 недели дома сидела, и знаешь что? Я гулять хочу! Нажимаем на звук и выбираем, например, инопланетянина. Нажимаем на стрелочку и сохраняем. Теперь нажимаем на крестик. Выходим. И теперь снимаем обычное видео. Тоже задерживаем. И на замочек. Теперь снимаем с другой стороны. Ты чё грустная такая? Тоже стопаемся. Задерживаем и на замочек. Задерживаем и обрезаем ненужную часть. Ты чё грустная такая? В конце тоже обрежем. Ты чё грустная такая? Нажимаем на стрелочку. Все, наше видео сохранилось. Сохранилось. Теперь нажимаем на крестик. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все, и добавляем наше обычное видео, вот оно. Вот, разрежем вот здесь, и разрежем вот здесь, и немного замедлим эту часть.
поставим на 0,5x. Вот так. Теперь листаем в самое начало, нажимаем слой, мультмедиа, все. И добавляем вот такое вот наше видео с глазами. Теперь нажимаем обрезка и обрезаем. Снова нажимаем обрезка, включаем маску и немного размытие кромки поднимаем. Теперь подстраиваем наше видео так, чтобы оно совпадало. Ну, вернее, было ровным. Вот я подстроила, теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Теперь снова нажмем обрезка и немного поднимем размытие кромки. Теперь мы разрежем в том месте, там, где должна появиться музыка. Вот здесь. И в слое тоже вот здесь разрежем. Теперь мы листаем в самое начало, нажимаем слой, мультмедиа, все. И ищем наше видео с музыкой. У меня весь этот монолог, поэтому я разрежу там, где только моя музыка. Разрежем там, где начинается музыка, и поставим под наше разрезанное место. Давайте посмотрим. В конце у нас осталась музыка, поэтому мы разрежем и удалим. Вот так. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Получилось очень прикольно, поэтому можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить» и подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось! Как можно сделать малыша. Теперь нажимаем Discover и ищем. Ищем такую линзу, там, где человек маленький. Некоторые сторис выключают, поэтому я нашла одного человека. Вот он. Нажимаем на него и листаем аккуратно сторис. И там будет написано «Попробовать линзу». Так, девушка. А вот малыш. Нажимаем «Попробовать линзу» и нажимаем на нашу линзу. Вот, и теперь я малыш! Круто! Вот и все! Теперь можно снять видео и сохранить наш эффект так, чтобы он дольше нам остался. Снимем видео. И сохраним наше видео. Нажимаем на стрелочку. И теперь на крестик. Вот и все! Зайдем в Discover и будем смотреть разные сторис. Так как эта линза экспериментальная, мы будем смотреть разные истории людей и посмотрим, у кого будет эта линза. Эти сторисы такие же, как в Инстаграме. А чтобы быстрее найти линзу, нужно смотреть на аватарку, там, где нарисованы разные маски. Давайте вот сюда зайдем, посмотрим. Нажимаем, листаем. О, у нее есть эта линза. Нажимаем «Испробовать линзу». И нажимаем на нашу линзу. Теперь мы можем попробовать наши линзы. И смотрим видео первого лайкера. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. И смотрим видео второго лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. На этом
все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока. Муа!